Я пригласил белорусские компании активно участвовать в восстановлении Карабахской и Восточно-Зангезурской зоны. Масштаб работ, которые мы осуществляем и будем осуществлять, грандиозный. По существу приходится с нуля восстанавливать территорию, ну, для сравнения скажу, на 50% больше, чем территория такой страны, как Ливан. Вот это для просто иллюстрации того, что нам предстоит делать, где камня на камне не оставлено. За годы оккупации все было разрушено, и приходится восстанавливать все с нуля. Инфраструктуру, жилье, общественные здания, исторические памятники и так далее. Поэтому мы приглашаем белорусские компании активно подключиться к этой работе. Сегодня также даны были конкретные поручения.